Всем привет! Это роза Summer Holiday, чайно-гибридная роза на штамбе. Посадка этого года, ранней весной. Я даже снимала видео. Розка очень старинная, выведена в Великобритании в 1967 году. Наверное, самый старый сорт для моего сада. Ну вот как она растет. Набрала, значит, шапочку высотой 60 и шириной 60, но растет она как-то больше боком, тянется к солнцу, а эта сторона страдает, так как, наверное, очень много тени дает сумах, который над ней возвышается. Вот, но для первого года ничего. Я думаю, в следующем году она сформирует более красивый кустик на штамбе. Ну и вот как смотрятся чайные гибридные розы. Все их ругают. Якобы на штамбе это напоминает какую-то метлу. Но прежде чем садить розу в сад и именно чайно-гибридную на штамбе, мы просто должны определить для себя, что мы хотим видеть. Какое-то яркое пятно, либо мы хотим видеть отдельно, восхищаться каким-то цветком. Ну вот, значит, этот цветок 7 сантиметров, очень яркий оранжевый насыщенный цвет, не густо махровая, очень легкий неплотный бутончик. Обратная сторона желтая, аромата практически нет. Вот какие аккуратненькие бутончики, красивые. Эта роза, конечно, подвержена заболеваниям. Она сильно повредилась мучнистой росой. Листики у нее глянцевые. Я обработала неделю назад. Ну вот, вроде бы ожила. Но требуется еще, наверное, дополнительно одна обработка. Один бутончик на веточке, как у всех чайно-гибридных роз. Сильно росла, я бы сказала. То есть растет быстро. Это уже ее вторая волна цветения. Посмотрим, как будет дальше. Также она немножечко подхватила ЧП. Ну вот, я обработала. Надеюсь, она восстановится. И еще красиво и долго мне подцветет. Вот такой штамбик у меня вырос. Повторюсь, это посадка этой весной. Очень рано я высадила. Для чайно-гибридных так делать, конечно, не стоит. Они очень чувствительные розки. Ну и вот как она смотрится у меня на штамбике. Немножко однобокая, так как тянется, я думаю, все-таки к солнцу. Все мы любим солнце. Ну, я этой розкой довольна. Такого яркого цвета у меня, наверное, нет. Есть, конечно, оранжевая роза Вестерленд, но она не такая. Там, конечно, и бутон другой, более такой воздушный, рыхлый, я бы сказала, показывает сердцевинку. Это все-таки бутон чайно-гибридной розы, но цвет очень яркий, очень. Вот как она смотрится издалека, в утренних лучах солнца. Хорошая розка, мне очень нравится, поэтому говорю, не бойтесь сажать чайно-гибридные розы на штамбе, это тоже очень красиво. Вот такой букетик роз у меня на штамбе. Это сумах. Хорошего вам дня и настроения!